Сегодня 4 декабря 2018 год. Где-то 4 час уже, наверное, вечера. Снег уже почти растаял весь. Лужи кругом, немного грязноват. Нахожусь недалеко от станции метро Чернышевская. Тут недалеко, вроде вот если в ту сторону пойти, там будет Смольный. Там же будет Таврический сад. Ну, тоже как бы считается улица. Тут также недалеко площадь Восстания. Иду, курю. Смотрю старое здание. Там тоже детская площадка, но чтобы сюда зайти, надо пароль знать. Ну, как в подъезде. Только там решетка. Тут тоже львы. Везде львы. Универсам Дикси. Что по телевизору показать? Какой телевизор? 78-й канал. Привет. Тебе тоже привет. Тут также улица Кирочная прямо, а если налево будет Манежный переулок. Mm-hmm.